Добрый день, друзья! С вами Вячеслав Кипкаев. И сегодня мы с вами на мысе Фиолент, Свято-Георгиевский монастырь, вновь в открытом парке. Вновь открытый парк совсем недавно. Где-то он в январе открыли его. Давайте пройдемся, посмотрим. Правда, он еще не до конца оборудован, скажем так. Но уже вот есть тут вот смотровые такие приборы. К монастырю ведут вот такие, проложили тропинки. С вами вчера мы были вон там, на смотровой площадке. Ну давайте пройдемся по парку, посмотрим, что здесь есть такого интересного. В январе здесь еще велись вовсю работы, и он был закрыт. Выложено все гранитом. Я сначала думал, что вот это фонтаны. Ну нет, здесь вот дерево какое-то посадили, саженцы. Ну а позади парка находятся вот такие дома, но это здесь это называется СТшки, бывшие садовые общества, которые люди покупают участки и строят дома, уже как бы полноценные. Ну дальше я в СТшках показывать не буду проезд, конечно, там вот так это все строят, заборы такие косорылые какие-то, все это не знаю, почему здесь в Крыму так строят, хотя можно, допустим, те же самые заборы строить или делать из камня, которого здесь прорва, вот просто по нему ходят, и камень такой красивый, можно такие красивые строить ограждения. Просто будет любо-дорого посмотреть. А те, которые сейчас есть, в СТ-шках строят, делают. Но они как бы оскорбляют мои эстетические чувства. Мимо едешь, просто вот смотреть не хочется. Кругом такая красота. И на фоне природы как какие-нибудь косорылые заборы такие вот. Огорожены все. Особенно это, еще раз повторюсь, в СТ-шках. Очень развито у них. Ну вот тут вот, люди заезжают уже на автомобилях, все тут вот, заставят автомобили. Ну, собственно, я тоже так же сделал. Поставил автомобиль. Ну вот спуск по тропинке, это вот к монастырю. Монастырь. Вон он. Все это ночью освещается, вечером.
Ну вот такие камни, вот из таких камней можно строить какие-то красивые ограждения. И они будут очень красиво смотреться. И самое главное, так это вписываться в ландшафт Крыма, природы Крыма. То есть это будет органично смотреться. Ну а то, что делаю сейчас, это просто неэстетично, некрасиво и противно смотреть. Ну ладно, не будем об этом говорить больше. Будем смотреть природу. Здесь Георгий в монастыре в 1820 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин здесь был, останавливался.